motherfucker. Еще один? Где? Сзади. Сзади кого? А, у меня нокнул. Вот там, да. На 80. Е-80. Олежек. На меня посмотри направо. И я? Только вот, кого? Сзади тебя? Да. Слева? Да, за контейнером красным. Тут пусто, никого нет за контейнером. Ну подними меня. Но он там был. Не прям за контейнером, а за контейнером. Он был справа от тебя, а не слева. Ну обошел. Пока ты там это соображал, он обошел. Во-первых, привет. Привет. Да, во-первых, это самое главное. Пиздеть пиздим, конечно, но здрасте надо сказать. По-любому. Сыгрываемся, надо же сыграться, привыкнуть к игре. В следующий раз просто, когда упадешь, говоришь, вот я смотрю головой в ту сторону, откуда меня убили. А, вот, давай. Будешь у меня как компас, короче, крутиться. Давай. Север — это моя башка будет, я понял. Юг — жопа, блин. Там всегда тепло, да. Серега, тащи, убей там всех и возьми топ-1. Блин, постараюсь, мегабро. Так, я нашел прицел, все, можно выходить. Да. А кто в тебя стрелял? Или это ты с кого-то стрелял? Явно противник меня стрелял, Олежек, блин. Я уже не знаю, может, там просто патроны в костер бросил. Прям правый дом берут и левый. Я шприц нашел. Выбрось. Все, стоп. Так, ты правый, я левый. Окей, тут кого-то убили. Тут кто-то был. Да. Ага. Есть. Двоих себе забрал у трупа. Где они, Олежек? Кто? Он, они. Кто он, они, она, они. Ну, те, кто здесь воевали. Вот, от них, вот, смотри. Да, от них, а убийцы, тех, кто убивали. Мне интересует больше, тех, кто убивали. А, они ушли, да, так бывает. Ну, 180. Так бывает, прикинь, короче. А, вижу, на 185. Дом, как ты там говорил это делать? На центральную кнопку мыши. На скроллинг ты имеешь? Он ушел вправо. А мне ничего не пишет, я не знаю. У меня все серое на экране, у меня слов нету. Так, он сел на машину. Мотоцикл брать не будем, да? Пешком пойдем? Да. Я понял. Но они поехали мост спасти. Нам бы сейчас залутаться. Так вот мы идем лутаться. О, да там вот как раз таки, скорее всего, ничего уже нету. Может быть, с левой стороны. Нормально. Машина есть. Машину идем брать не будем? По краю очка. Какая тактика сегодня? Не за**ай меня. Да я еще, видишь, к первому лицу привыкаю. Мне непривычно вообще. К первому лицу. Я к первому лицу. Вид из глаз, блин. Это вообще ужасно. У Сереги много лиц просто. Он их нумерует. Я к первому лицу привыкаю еще просто. Глаза немножко косит, короче, да. Сешлап пишет. А когда улыбаюсь, короче, маску немножко натягивает в центр, и, короче, веки падают. Я ни хера не вижу, короче. Бегаешь 40-50 минут ради того, чтобы встретить какого-то оленя, чтобы он тебя застрелил, короче. Ты встречаешь какого-то оленя, который застрелит тебя. Как я бы сказал, что убежал? Слушай, я так и ни одного не убил, получается. Нет, я их обоих убил. Обеих. Блин, я пистолет выбросил. По ходу дела. Ладно, херсим. Ты этот патрон есть для пистолета. А ты просто патроны кидай вот так прям. Целься в лоб прям, знаешь. Хорошенько только размахнись. А вдруг, да? Почему нет? А прикинь, если убьешь, войдешь в историю. Я просто, я же тебе говорю, ты говоришь, вот, чтобы показать, там, кинуть метку на карте. Это вот на скроллинг? Да, на скроллинг зажимаешь. Вот, я зажимаю, у меня вот посередине круг, у него написано пинг. И все остальное у меня серое, у меня даже слов нету, понимаешь? Вот куда ты точкой смотришь прицела и нажимаешь один раз, просто вдавливаешь колесико вниз, ты указываешь точку. Вот ты мне сейчас указываешь точку, ближний бой 60. Вот, я на мини-карте вижу эту точку. Все, я понял. Ну... Все равно коряво все будет. Вот так, ребят, за целый час 12 минут мы наконец-таки поняли, что я имел в виду. В общем, понимаете, все очень сложно. Тиммейты — это такие люди. Так, ты, да? Ты ходишь? Да, я хожу, я умею, да. Не, вот за меня. Слава богу, я еще хожу. Впереди есть тело. S190. Да, я видел его, все, успокоюсь. Все сейчас будет хорошо, не нервничай, главное, только не истерию. Ничего не видел, ни адреналина, ничего такого. Энергетик есть обычный.
Сдашь мне его? Так вон лежит, заходи. Ручка калимантронская. Калимантронская. Да, и пытаемся выживать, дохнем. Олег, ты меня бросил? Тут есть более утоляющие, если что. Нашел, спасибо. Так, мне бы... Я так полагаю, твоя копия зашла. Так, я готова. Так, я тут. Ты тут вообще готов, нажми вообще. Подожди, я в магазине шмотки покупаю. Я выиграл футболочку с мячиком. Да. Собственно, ради этой цели играл, скачивал эту игру. Вы не подумайте, да. И я дал себе обещание, что как только я выиграю эту футболочку с мячиком, я удалю игру. Так что, ребят, спасибо большое. Стрим я уже заканчиваю. Я выполнил миссию этой игры. Футболочка есть, игра удаляется. Вам не на что смотреть. О, а мне тоже майка с мячиком выпала. Белая такая, с желтым мячиком, да? Почему ты всегда... Вот ты всю жизнь такой, короче. Я куплю зеленого робота в детстве. Ты пойдешь такого же купишь. И там их было 50 штук на пол. Почему ты... Я куплю себе красный мячик, и ты себе красный мячик покупал. Я себе футболку выиграл с мячиком, и ты сразу себе выиграл футболку с мячиком. Вот ты... Ну, ты... Вот ты... ты специально, я, вот. Да, да. Так все. Всю жизнь. Прожились рука об руку, да? Все у них было хорошо.